Кто дольше продержался? Я тоже быстро сейчас. Ты дольше всех продержался. Я, короче, там коня убил. Вот. Нет, это 1-1. Я первый слил. Ну что, сейчас. Чувак на... один на меня тут перешел. Я виноград доедал, парни, извиняюсь, какой же. Ох, тут зашел за нас. Сейчас зайдет. Смотри, кто-то зашел. Сейчас тащить будет. Налево проходим. Также двигаемся. Также стреляем по ногам, по лошадям. Пока он не заспаунился. Пехи. Ты не остался и таганов, ну ладно. Ну я тебе сейчас могу скинуть, я два и таган. Блин, я и таган случайно взял, блядь, без стрел нахуй. Нормально, нормально. Я стрелы без... не взял. Я и таган взял, стрелы не взял, блядь. Куда пех назад побежал? Чем тебе стрелы? Ой, пех, лучник, куда побежали? У нас стрелука. Изи. А, он за лука? Скажи ему, что за как так, что? Не, я специально сказал за лука. Чтоб он просто ранил, он ранит кого-то, например. Коня не, хотя бы. Массовку нужна, пеху. Зачем три лука? Там два лука сидят. Че, отходим, отходим. А, да, подожди, подожди. Нам нужно их кроссфайр сейчас поставить. Надо поставить кроссфайр. Пехи здесь стойте. Не отходите. Да, ну раз я разорвал, их парами. Кавы нету. Ну ё-моё. Нападайте, нападайте. На наушника, на лучника, да. Все. Ау, батя, блять, минус 4. Дан, вот поднимай все, что валяется. Дайте пятого. Бля, если не дали. Бля, я вроде троих. Поднимайте все, что валяется. Убил, блядь, а, батя, правил. Батя, блять, батя нахуй. Сейчас бы Гунтера поднять бы. Похуй, я взял дрочку, блядь, нормальный шлем, блядь. Сука, стрел нету, блядь. Парни, нет, давайте направо нету. Сюда, а? Как будто как скиметар. А вон этот, Оник. Давайте к таверне, пацаны. Оник, дай стрелы. Идете, нет, к таверне, блядь. Нормально, нормально. Да-да, к таверне идем. Видишь, зачем нужен? Стрелы носит. Теперь он пехотинец. А че за фишка тут вообще нужна из лука? Где они вообще, где они? Они походу слева. Тихо, они слева, лучник, что ли. А давайте к ним в арку подойдем. Давайте прямо сейчас в арку подойдем. О, вот здесь все, и по углам станем, будем стрелять. Блять, попал. Осторожно. Дротики метают, осторожно. Да, да. Меня надо. Окальники прикрывайте. И мансити, кава сзади. Блять, кавалерия, я же сказал, прикройте меня, ну что. Да там с тобой пек стоял, но он убежал. Блять. Блять, да как ты щит, ой, сука. Кого залагал? Удануло, да, чё? А, блять, пацаны, ну... Мансити там. Блин. Чё, отсоснули? Тебя пех, короче, бросил. Он тупо рядом стоял. И когда Кава ехал, он в сторону убежал. Какой пех? Пехи, вам просто главное подсчитаем стоять. Так, кавалерия, будет. Вам просто останавливать коней других надо и все. Ну, если есть возможность. Она у вас была. Снова налево, снова блять, налево. Блять, у меня 3 щита, ебать. Надо скиметар, я возьму, если не надо. Бери. Они здесь. Я подождите. Лучник там из этой фигни в этой в дырке слева. У ворот слева. Продвигаемся. Вперед. Подождите. Они стоят здесь, они все здесь.
Они не уходят. Не уходят, лучник стреляет. Осторожно, мы не можем рашить, потому что у них кроссфайр есть. Ну, давайте назад отходим, вообще полностью назад, полный назад. Может Кава заедет нас? Полный назад, нет, нет, нет. На флаге нет. Я два дротика лучника. Да, Мон, отходи, сейчас, отходи, Мон. Хотел лучника забрать сейчас. В нем два дротика. Да вот, ну, вот я хотел кинуть, блядь. Отходим, идем за Зенджер. Я пойду. Зенджер, веди нас. Они направо. Надо пушить их, типа. Го направо сюда, поднимись. Направо, сворачивай. Если че, я сзади них побежал. Они рашат? Подождите, да, подождите, на открытом месте останьтесь, кавалерия, нам нужна помощь, они нас рашат. Все, я иду сзади, подхожу, блядь, братки. Кавалерия, пехота. Кал-кал, коротенько. Эй, аккуратно, сзади пех. Все, спокойно. Кнайтбас, отходи назад. Вот этот челик был. Сзади тебе, кажется. Фиксонер, стащим с тобой. Допор есть. Сейчас налево снова. Че, щит возьмите? Пехи нужны? Щит нужен? Щит нормальный тоже есть. Подождите. Вот щит возьмите, как, блять. Блять, все разобрали. Блять, разобрали. Иду защитать, там корову есть, нафиг тебе этот. Не, блять, вообще ничего не осталось. А, вот. Вот щит хороший, возьми. Давно. Mm-hmm. О, вот щит. Погнали всем. Я когда щит все сбрасываю, блядь. Че молчишь? Сказал бы, вон конь стоит, стреляй быстрее. Опять так, налево пошли. Снова там в этой... Дайте дротик заберу. В проеме... пех стоит, это точно. Он флаг сзади нас, здесь стоим, здесь стоим. Не, давай так же, вот я тут раскидываю жестко. Я спешил кау, типа. Так, они уходят, короче, давайте, ладно, заходим внутрь. Внутрь на флаг заходим. Я вот здесь вот, на выходе. Ко мне, меня сломали дротиками. Ну ты-то зачем, ну ё-моё. Ну, бля, чуваки. Ну он делал свою работу, ладно. На это кавать. Вот здесь деритесь, здесь деритесь, я буду стрелять, всех убивать. Это не Ксонер, слева встань. Аааа, все налево идут, справа никого. Все тут, короче. Блять, а, ну это понятно. Ну пехи зашли. Пехи, встречайте их, чё ты? Пехи, алло. Пехи. Ну. Пехи, блин. Хорош. Блять, ну как же у меня, сука, второй раз? А, это другой, блять. Хорош. Сзади, сзади, опять, аккуратно, блядь. Один остался, блядь. Сори. Молодец, хорошо, бам. Не, конечно, бам. Конечно, чуваки, блядь, охеренно, но я три пех просто спокойно иду справа, блядь, вы их не встречаете. 6 человек ты убил, блядь, 6. Ебать. Я? Да, а нет, не 6, ты убил 4 сейчас, по-моему, или 5. Я сейчас никого не убил. А, нет, нет, ты Кнайтбас, я путаю его. Я одного вроде убил, хз, не помню. Я одного убил. Я никого не убил. Ну пехи хорошо, что не сдохли очень быстро. Это нормально. Ну, очень быстро. Ну я сдох быстро. Ключевое слово. Ну не сразу, блядь, но. Ну убить хотя бы кого-то смогли там, я не знаю. На самом деле там некого убивать, ну просто, блядь, что-то не выходит. Видите, как надо за лук, пацаны, играть. Я за пехотинца тогда. Поможешь сейчас, да? Да-да. Скину щит и топор. Ну а, блядь, о чем тут говорить? Ну пойдем, блядь. Окей, Кубат, you here? Окей. Окей, Кубат, you here? Нужна три щита. Кейкубат, do you hear me? Yes, yes.
Окей, кам, join. Так пойдет? Я, короче, бесславный меч скидывайте, я топор скину. Так, у нас что там, Knight Bass? Пинградер, ты второй всадник, что ли, был? Да. Заходи за пеха, Кейкубат. Дышу. А я думал, ты за коня зашел там в каком-то другом раунде. Не знаю, на таких картах, типа, Тараницкая кава говно. Я, типа, ваншотаю дротиками. Так. Значит, нам нужно три щита скинуть. Я скидываю, Зенджер и Дандус. Все, разобрались, рейди. Кейкубат, you drop two javelins. Two packs okay. Of Jidala. Jida. Нет, Jida. Да-да. Покупаешь три пачки и копьё, тебе скидывают меч и тестику. Пять пехов, сколько? Пять пехов, да. Я пехотинец, сван лучник. Сван, скинешь два топора. Два? Угу. Для меня и для Зенджера. Надо. А главное, чтоб щитов хватит. Так, у нас четыре пачки. Значит, все возьмут, кроме Дандуда. Ты главное дропайте. Кого? Ну, нужно три щита, чтобы похватило. Я уже сказал, кто скидывает, да. Ну вот у меня, например, закуп на 976, и у меня все хватает. И у меня просто щит за 65 рублей. Я его как запасной покупаю, получается, для кого-то, и все. Это вот закуп для всех, можно сказать, запасным щитом. Это как у саранидов почти, или у югиров. Кто-то зашел, TeamSpeak, этот что ли? Ну, подожди. Это Макс. А, это этот зашел, Вопроб. Алло, слышно? Алло, да, Вопробус, да? Да. Угу. Ну, сервер там написал я. Ты какой тип войск? Ты какой тип войск? Я не знаю, натив 100 лет не играл. Пех попусти. Ладно, пеха нам сейчас. На следующей карте. Чё они пишут, застали? Они ready. Hello, vamos, returners, vamos. Испанец кто-то. Сейчас мы идем также направо. Все там ясно. Ничего сложного. Блокируем узкий проход. Поехали. А меч бесплатный. Есть? Скинули. Да есть там есть. И топор, да, делаешь топор бесплатный? Я топор скинул. Топор у меня. Бля, чё ставили столько много? Нет, я уменьшил. Металл, да, металл, а металлки да? Чё не взяли? Четыре пачки все должны взять, кроме Дандуда. Я взял две пачки. Давайте вместо считать металл. А, нет, нельзя. Они стреляют по ногам. Конники, вообще здесь не ездите. Окей, what, don't ride on this place. А, чё я шутил? Next logger. Да-да, подожди, я думаю, что делать. Давайте через лево пойдем, через узкий проход, Раш. Да, через лево лучше. Так будет проще. Я здесь встану справа. Камушка. Не, это иди с ними. Да нормально. Рашим лево, конники не сдохнут. Нет, там лучник, аккурат, не поворачивайся, блядь. Да-да, я понял. Я сказал, не сдохните. Так, мы поджимаем чуть-чуть.
Все, мы поджимаем, поехали. Блять, ну кто отпустил пех? Как вы сдохли-то? Пиздец, блять, чуваки, 5 секунд не прошло уже, блять, сдох. Какие-то пехи у них нубские, вы подыхаете. Одного проспамили, и все, я с Зенджером одного проспамил, щит сломали, я его там два раза ранил. Отпустил пеха, куда вы далеко пошли? Бейтесь на окраине, блять, вы сами в углу пошли. Я-то не сдох, я все нормально дрался. Правильно, потому что я бился, убивал пеха, и ко мне сзади пех подошел, убил меня там, блядь. Блин, ну я хотя он ушел к вам, короче, туда, я это убивал. Так, мы сейчас зря направо пошли, нам нужно сейчас в арку налево свернуть и занять. Может, не стоит придумывать велосипед, надо было по центру заходить и все. А смотри, где они? Они в таверне, да? Смотри. Нет, вроде. Опа! Они там еще ходят. Они справа. А давайте их заблокируем здесь вот на мосту и на этой штуке заблокируем. Они это сарки, на карки идут они. Слышите, алло? Давайте обратно возвращаемся тогда. Кроссфайр дротиками. По коню кидайте, по коню. Все, стойте здесь. Они сейчас наши дротики отожмут на респе, кстати. Бат, нахуй, блять. Сейчас еще одного не, убьем, не можно рашить, рашить. Еще одного убьем. Не надо рашить. Ладно, зачем, не надо рашить. Зачем рашить, я здесь стою. Все, не надо рашить, не надо рашить. Все, спокойно. У них лучник справа. Один лучник. Кавай. О, лучник на балконе, лучник сзади тебя, сзади. Сван. Лучник а сзади, пушьте лучника сзади. Кавалерия. Да уже они поумирали. Один лучник остался. Блять, не дали мне убить. Лучник вообще бесполезен. Там просто зарашили, все, считаешь, не стрелял. Долго просто. Ходил. Ну он мог тебе хэд дать, если бы он был нормальным лучником. С другой стороны, а, наверху. Все. Нормально. Бля, они думают, может он затянет. Металки берите. Ой, ну блядь. Куда? Металки берите, взял, блядь. И мне щит не забудьте скинуть. Да я, блядь, ты начал прыгать на лифт. Нормально. Закуп щит. Я не могу купить щит. Ладно, Сван. Направо так же, где направо? Я с тобой буду ходить. А щит мне больше нужен. Направо. Пор бейте. Пенетратор, ты пехотинец. Я пехотинец. Кнать бас всадник, этот всадник. Прикалывай, найс. Слева лучник. По ногам стреляет. Лови дротик, да? Ладно, сейчас подожди, дойдем. Давайте поджимаем их. Это пехи, что ли? Сейчас, давайте в раш входим, у них лучники еще не поставились на места, так что можно в раш входить. Тише, Некс. Блять. Следите за конями. Да все уже, по-моему. Ну вот, я сдох. У них лучник в проходе в узком. Хорошо. Возьмите щит что-нибудь такое. Или у вас дротики есть? Да иначе надо, не надо. Подожди, это же, блин, какой? 2-1 вообще-то. Ой. Куда ты, блядь? Еще. Ну я думаю, сейчас Свана, блин, килить надо. Сколько он отнял у тебя? Ну там все равно мало хп сносит. Ты форум. Кто ранен?
Нормально, он не раненый, нормально. Они слева, справа опять в кишке. Подожди, нам не надо рашить. Они сейчас что-нибудь новое придумают. Да что они тут придумают, карту старую? Придумывают. Видите, они назад они отходят, они кроссфайр уже стоят. А давайте назад отходим, назад. Они готовы уже там нас встречать. Лучше снаружи выйти, как это... Как в прошлый раз, да. Да-да-да. А видишь, они позиции не занялят. У них лучник на балконе, на, на мосту. Они там. Можно они там через встречать. Мост идут. Блокируем мост. Встречайте, встречайте, я влево иду. Попал. Встречайте, встречайте. Все попал. Все, изи просто встречайте. Здесь будет и все. Два дротика попал в кого-то. Лучника, кажется. Ну ё-моё, пихи. Бля, пиздец. А вот. Прямо не сливайтесь, ёпта. 3-3, осторожно, играйте. Выходи на открытое место, выходи на открытое место. На открытое место, Давмон, Давмон. Короче, полдак, я. Блять, ну кто ты, сука, а? Ну на открытое место что, не можете выйти просто, блин, ПКМ зажал и все, и букву С, и все, две кнопки всего лишь. Блять, да я и не запихал, из-за коня не убил. Блять, я сбил тоже, сука. Я тоже тупо конь не слился. Затупил, блять. Мне топор нужен. Все, поехали направо, дротики подбирайте. Давайте, давайте пройдемся дальше. Сван, встаньте прям вправо. Подальше. Заметывайте лучника. Стоим здесь, стоим здесь. Стоим здесь. Все, тоже к ним выдвигаемся, тоже. Лучников забираем, да, лучников справа, справа забираем. Слева лучник еще. Меня ранен. Так, они возвращаются к нам давно. Хорошо, поехали. Пех ранил. Кого ранены? Просто жесть там, да. Всех поранил. Зендер, стоп. Три шестерки, парни, блядь. Три шестерки, три двойки, блядь. Азина, три топора. Жаль, что не семерка. Сейчас их карта. Навал аутпост. Мы с ним в прошлый раз играли, да? Какая карта была? Блин, ну так покидать пару дней, блин. Да, 6-4. А в прошлый раз мы им как-то проиграли, да, по-моему? Сильно. Нет. Не помню, давай посмотрим. Тринити. 3-0. 3-1. Сейчас на валу пост будет. Мы там 3-2 выиграли и. Потом еще что-то было, не заскринил. Потом мы с Энди Буш играли 3-1. Потом с Энди Буш 3-2. Понятно. Проигрывали, не. Но это мы играли 5-5. Вот недавно. Мне кажется, мы как-то с кем-то играли, и Макс еще был последний раз. А это Куа. А, да, Куа. О, не Куа, а что-то там... Кок? Или Кос?
Кок? Макс сокрушался, что мы проиграли там. Да-да. Давайте спросим, может 9 на 9 можно? Да, тут заработать неохота, да? Это тут за каус игра. Помогай, Ярый плечик. С Моргенштейном. Нет, не с Моргенштейном. Ну тайкао с Моргенштейном. Почему? Ну если вот пенетратор, если ты согласен со стандартным мечом ходить. Блять. Я не согласен на кого. Devil Box это играл. Ничего. Стандартным мечом. Он также наносит. Ничего там. Значит, конников. Два или три? Два или три. У нас арбалетчиков нет. Тут две кавы, наверное. Да, тут две кавы, а за осадью три кавы. Ну, у нас что, пять пехов будет? Ну да, у нас щиты херенные. Что у нас, один арм будет? Да. Кто хочет? Ями, а ты умеешь стрелять? Не особо. Вопроб. Ты а? В КС играл? Не особо. Не особо, видишь? Да что там? Скромный просто. Возможно. Да я нормально, я один справлюсь. Справлюсь. Тут главное своих не попадать. Будешь кроссфайр типа делать. С одного чека. Две руки возьму, две руки возьму. Я же балестра. Так. Кей Кубат. Stay spec at this set, I think. Кей Кубат. И Ями, заходи за пехом. Что по закупу? Посмотри на пехотинцев. Ну что, можно мне, пожалуйста, Брагенштейн? Ну пожалуйста, так интересно. Спроси у пенетратора. А при чем тут пенетратор? Или он у Дандвуда, который закупаться за пеха не умеет. Я думаю, Данвуду пофиг. Данвуд, can you drop me Моргенштейн? I drop you sword. Swan, he is Russian, he... you can speak Russian. Ты понял, да? Эти sword кидают, ну, меч кидают. Not clever, you need to drop Моргенштейн. Ты можешь это себе эту горку получше взять. Ну ты понял, да, что такое Моргенштейн? Такая палочка это с шипами. Утренняя звезда. Я думаю, знаешь, какое оружие было бы крутым со всадника? Это очень длинный клевец. Ну там, метр в длину, как меч. Такой длинный. И клевец. Это точно он мог бы убивать с одного раза. А можно меч, типа, одноручный, с уроном 50? Блять, ты не попал ни разу, капец. Да, потому что по союзникам там... Плохо попадает, как-то. Да-да. Союзник убил. Он прям вдоль тебя проходит, короче. Ну да, есть такое. Да верхним она это. Найтбаст и всадник, с вами всадник. У них два арбалетчика готовы играть. Главное вам занять одного арбалетчика и все. По сути, я буду не помогать вам в бою. Понимаете, арбалетчики не помогают вам в бою. Они просто убивают тех, кого можно убить. То есть, если вы деретесь с кем-то, арбалетчик вам не поможет. Кличко, блин. Они убивают тех, кого можно убить.
Ну, в смысле... Вот конь едет, он вас не атакует, да? Но я его застрелю, например. И может быть, он вас мог бы даже и не убить, и мое убийство ничего не изменило бы ход битвы. Че, Донову, ты понял? Не скинешь, да? Моргенштейн. Тебе... У тебя меч, это... Второй меч за арбалетчиков, который... Я ничего никому не скидываю, не надо ничего. Не, ничего не надо. Может, я плюс скину, при всякий случай никого нет. Спасибо. Я арбалет потом скину. Потом, я забыл. Так, давайте к ним навстречу идем. Быстрее, время теряем. Что такое? Ну вот, в общем, поняли, да, куда идти? Я слева встану, пехи справа, и со мной кто-то один просто еще. На всякий случай. О, блядь, армия в центре. Причем я его увидел, блядь, и боковым зрением смотрел. Кого нет слева? О, хорош. А, middle Russian. Центр. Чем у них там арбалетчик в кустах справа. Знаешь, в кустах справа арбалетчик. Захожу сбоку, зашел, все. И слева тоже Crossfire стоит. Я сейчас надо хэви лансу, алло, бери хэви лансу. Я прям со спины у них, блять, отбашу. Бери хэви лансу вон. Бери. Может, почти попал. В защиту играйте, в защиту. А, попал. Блять, ну... Сука, из кустов. Да убейте эту арба, да, вот эту. Сзади арб. Блять. Уедь, пень уедь оттуда. Он, блять, тебя выцеливает со спины. Чисто арбы перестреляли, блядь. Ну, нормально, можно выиграть. Пройди. 3 на 4, давайте. У них 3 арбалетчика, что ли? Я 3, по-моему, да. А почему? Блядь. Нет. А что, арбалетчик кто-нибудь забрал одного? Их 2 арбалетчика. Они все еще живые. Один в кустах, один на... Вот здесь вот стоит. Ну, два, значит, у них. Вот меня-то, который в кустах забрал, блядь. Я этого занял, а он спину убил, короче. Блядь, если бы мы их забрали бы, то вы победили. Ну, конники, это ваша задача. Моргенштейн, блядь, что-то не... Хотя бы эту, я не понял, это... что он справа, да, можно было забрать справа арба. Так же, двигаемся, только смотрите, это... сейчас ради. Не подстреливайтесь. Да, стрелять. Я сразу я в этот смотрю, домик заеду. Да зачем две кавы, три кавы, я не понимаю. Нету никого. А, блядь, проходят, они проходят. Они снова по центру, да. Они снова на кроссфайре стоят. Может, не идти в центр? Если будут выходить, нет, мы не идем, мы просто стоим. У них один пех без щита, кек, лол, чебрик. И они идут в туннель сейчас. На, скотина тупая. Туннель. Хотел меня перестрелять. Давайте, дуйте, я по левой стороне пробежал уже. По центру, рашьте по центру. Проходите, я требушет, занимайте. Я сейчас встречу, блядь. Снизу встречу. Ну, давайте, конец, встречу, это не гоняйте. Для вас. Приказ. Меня прикройте. Нормально, нормально. Все, я сзади схожу. Ой, блять, сори. Мы с Вадом, да, убиваем? Сука, блять, ну. Этот хэви. Здравствуйте. Вот это я вообще, у меня коэффициент помощи офигенный. Блять. Нормальный коэффициент. Я троих убил, а двоих ранил. Нормальный коэффициент. Долго вы как-то их расти, блядь, двоих, а они толпа наверху стояла. Сейчас так же двигаемся.
Там тут у тебя что за оружие? Есть? Есть, все, ладно. Сван, не надо. И конники я, не надо. Я этот щит пробил, но я его не ранил почему-то. Пенетратор, ты снова на коне, что ли? Какая разница, против них пофиг вообще. На чем? Они... Мы до... Понимаешь, мы должны такие кланы в чистую рвать, понимаешь? Да мы против них не натренимся. Они... они на центре. Нет, ты не понял. Вот со средними кланами играешь, ты думаешь, ну они слабые, можно и поразвлечься. А потом с сильным кланом ты не можешь справиться. Нам нужно добиться того, чтобы вот ты мог эти кланы рвать в 12-0. И потом уже ты просто про них забудешь, ты не будешь с ними уже играть, будешь с нормальными кланами играть. Походу слева, парни, да, через наш лес. Слева выйдут, слева выйдут. Быстрее назад, назад. Да. Быстрее возвращайтесь наверх. Бля, они вышли, быстрее сюда. Арбалетчик. У них на ступеньках арб. Телек на ступеньках, да. Конник бронированный ранен. Конник бронированный ранен. Я в битву. Ой, блин. А меня убили, что ли? Живите. Троих я, да, сразу отработал, блядь. Три раунда. Поднимите мне оружие какое-нибудь. Бля, железная кава, я хочу железную каву. А, блядь, какое тебе оружие? Кау. Да подними хоть какое. Быстрее. Бля, мне... А, вот, альспиц я поднял, нужен кому? Ну, если мог бы закупиться на неё, наверное. Не, мне не надо. Блядь, а я не успел закупиться, пока Нексу покупать не было оружие. В натуре. Подождите. Тропы, пошли. Так. Пока не попал в задницу. Они снова через центр идут. В центре они. Ну флаг будет там справа, парни, это точно. Давайте переместимся. Либо направо, либо в туннель за ними пойдем. Слушайте, Давмонта. Тогда в туннель, к туннелю подходим к основанию, сюда к входу. И быстрее арбы сюда, все стреляйте в спины, блядь. Быстрее. Быстрее, быстрее, все, надо бежать спиной сейчас. Херачьте, херачьте, блядь. Они уже на флагах. Все, все, блять, они еще не успели отойти. Подтягивайте. Кава, кава, кава. Кавалерия сзади, Зенджер. Кавалерия раскатывается. Спокойно. Зенджер сзади, пех. Собрались, блять, внимание. Слева кто-то стреляет, арбалетчик. Я его займу. Кау взять. Все, все, все. Ну мы сейчас грамотно вышли. Вот. Они спиной как бы отбегали, блядь. Они ошибка, не заняли позиции свои. У них ошибка была, что они побежали к флагам, блядь. И мы сзади просто успели и начали, блядь, стрелять по ним, все. Надо было стоять. Они должны постоять. Да, 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 позиционно отходить как-то. А они просто побежали. Как мы бывает, блядь, ломанемся. И все, блин. Так, сейчас два альшписа, Давмонт и Зенджер скидывают. Пенетратор, ты всадник? Да, я могу слон свой. И Дандл ты еще скинешь. Выложены щиты им скинем. Хорошо. А Ями скинешь мне меч стандартный. Угу. Щит третий, да. Молодец. Покупаете, как бы. Третий щит и первый щит покупаете. Пику и меч. Ну, это кавалеристы. Я понял, понял. Я-то вообще лист не покупаю, правильно? Да, да. Ты можешь себе купить щит стандартный, да? На всякий случай, для конника. Я купил.
Я купил. А, значит, смотрите, как поступаем. Сейчас мы пойдем на угол, да, но пойдем не все. Со мной. Ну, короче, Земсер пойдет со мной один. А вы все остальные пехи встанете на респе. Просто ждите на респе или в арку можете встать. Для чего? Я просто посмотрю на углу. Если они идут ко мне, то мы уходим к вам назад. А если они их здесь нет, то вы к нам идете. Окей, Кикубот. Окей, гудбай. Ух ты, я тебя еще и не убил в голову. А, не в голову, в руку. Че, покупай два щита, я не нужны столько щитов. Так альшпис купи. Ну я бесплатные щиты покупаю. А, бесплатные. Точнее, я беру бесплатные. Можете мне короткие дать? Но там... Нет, не можно. Я могу дать короткие, мне не нужен. Только мне копье. Нравится. Мне нужно копье, Пику. Обычный, да, пику. Ну скидывай, скидывай. Я скину, короче, два шпица, а мне пику взамен. И щит нормальный. Вот так вот остановите вот коня, да? Вот так вот, прям как сейчас. И мне очень просто попадать по ним. Это недолго как-то. Ну они, блядь... Перестановки делают. Зародоков там очень сложные закупы. Да. Моргенштерны там всякие. Хелопы тисаки. Там. Ну да, видели, как я с Моргенштерном играю, вот тоже решили, наверное. Также выбирает, кто скинет ему Моргенштерн. Угу. Все говорят, нет, я не хочу с мечами играть. Да. Они на пехах будут с Моргенштерном. Все, они зашли. Одной руки. С гудзендаками этими, с дубинками. Сейчас счет уже 8-5. А нет, подожди. 9-5. Все поняли, да? Зенджер идет со мной, а остальные пехи в арку встаньте. Мне нужен меч как можно быстрее. Все. Мне тоже меч нужен, кстати, парни. Я попал в кого-то. Парни, меча нету лишнего, меча на меня нету, что ли, блядь? А, возьми, не нужен. Давай. Вы там, главное, не высовывайтесь, они должны знать, что мы на угле стоим. Все. Берется сколько бесплатных щитов. Так, давайте. В туннель проходите. Быстрее, пойдем. Там арбалетчик нету. Они только-только побежали. Мы вперед них. Че мы? Давай подождем их там у выхода. Давай, блокируйте его. Мы быстрее, там парни, блин, мы не успеем, нас двое. Яме, ты не должен со мной ходить, ты должен с другим пехом. Но они только выйти. Он один. Они да, входят в арку только, они в арку только ходят. Яме, ты не туда пошел. Зенджер, иди. Блять, да епта. Кавалерия, нам нужна помощь. Они все сюда на угол вышли, мы, так, блядь, а зачем мы рано начали рашить, блядь. Не, ну тут мы как бы рано подбежали, да. Я думал, вы уже там подошли все, блядь. Ну, блядь. Помогайте. Аккуратно, блядь. Все, хорошо. Ровно, выровняли, блядь, вот. О, ты в шестером можешь играть. Блять. Кал-кал, осторожно. Спешишь. Двое осталось. Ями. Ну мы, конечно, я тебе альшпис, альшпис, возьми, там валяется где-то альшпис, возьмите альшпис, или скиньте мне альшпис, там длинный Не увидел. Сейчас точно так же двигаюсь. А, все есть, все. Там щит хороший есть. Хороший щит. Зенджер возьми. Я потом подберу.
Блять, хитов нету. Ну, сводийская кава сильная. Ваншоты. Так, они на позиции на своей ре. Ями, ты не должен со мной ходить, я тебе повторяю. Я тоже дай не щит. А, вот, Ями, ты с Давмонтом и с Данвудом. Сейчас на корабль сюда, выходим, сюда. Только через левую сторону. Стрим, здесь, вон я. А, флаг у них. Давайте справа выходить, как стандартно, нет? Через справа. А тут растягивайте на старика усиленно. Ну, может, один арп выйти. Хотя нет, здесь удобнее стрелять. Где там арп? А, арбалетчик справа. В доме и на, кры... да, на да, карте. Да. Справа, короче. Да, они нам дают пройти вдоль стены, короче, да. Нет. Ями сзади. Меня убили. Ничего страшного. Блять. Бля, аккуратно, блять. Сзади, сзади, блять. Какой-то хрен там, блять. Каус со стопили. Блять, добейте его, блять. Все. Ох. Там, а, Данвуд за тяльш пихаляется. Вон около камня, да, да, да. Куда смотришь? Налево, слева. Альшпи сзади тебе, вот, блин. И он, кстати. Еще можешь что-нибудь взять? Четвертый слот. Щит или тесак? Все, ладно. И а точно это, так же остальные тоже возьмите что-нибудь. Альшпис там где-то валяется. Взяли, он, да? Он взяли, на корабле. Да. Я сдох, ты. Сейчас броню покупайте кольчужную. Взяли вроде бы. Кто, если кто-то убийство сейчас сделал, то покупайте кольчужную броню. Должно хватить вроде. За как-то он уезжает. Быстро. Должен быть последний раунд сейчас. Порал. А он HP сохраняется. Угу. Поднимайте флаги лучше, не, блять. Ями, Ями, подбери что-нибудь с земли, тесак, щит, парадокский. Там дальше, где трупы, вот на пятачке там. Или вот... Да нет, не эту фигню. Альшпис мне это возьмите, купите. Да. Можно, можно короткий взять. Да есть альшпис, есть альшпис у всех. О, хорошо, спасибо. Сейчас так же, так же. Арбалетный респ есть. Давмонт в арку, Давмонт в арку. Я сейчас тупанул уже, давай, ладно. Нифига у нас кони, ну все, блядь, тут. Может, вариант. На левый флаг пойдем сразу? Да, да. Давайте на корабль пойдем, да. Да можно пройти. Только нужно... я имею в виду на открытый, типа, корабль. Mm, так, они там уже стоят, они. А на корабле флага вообще, по-моему, не было. Не было. Его, по-моему, убрали. Не, их тут нету, как бы. Ну, если будут, лучше не подпускать. Флаг у них. Да. Говорю, ну, давайте, корабль... вы идите через левую арку, а мы с Зенджером через правый туннель. Но мы уже как бы... Они еще выходят только. Уже там, да. Ну, вот только подходят. Короче, мы здесь стоим у дерева на этом же. Заеду через арку. Все, стоп, а один арбалетчик сразу выходите, забирайте, где тележка, блядь. Короче, он прямо, ну, один стоит, и к нему пех пытается подойти, но он... Да ну стой. Кава, кава сзади. Мы на флагах начали. Кава в туннеле. В туннеле кава. Мы на флагах, короче. Все, все, стоим дальше, не двигаемся, яли. А, значит, короче. Мы на флаге стоим. Поднимаем. Конь ранен, ну, блин, раз ранен. Надо было втроем заехать сразу. А да. Ями и Данут отходите, если раз. Ты пиздец. Ну это Сван зарофлил, типа. А зачем вы все-то едете сзади, я не понимаю. Все, все, на флагах стоим. Ваншот. А Данвуд, гоу на этих, атакуем. Конники ранены. Атакуем этих слева, да. Занжер, отходи назад. Все, да?
Сейчас они вас. Кто-то там еще есть. Дерется, то есть. Ай, блядь, сука. На пендель меня поймал. Нормально. Зенджер там против четверых дрался, я видел. Да я видел, пил там. Но они его, он с ними дрался, а они с ними нет. Ну они, короче, вдоль стены он там уходил от них. Мы пошли их атаковать слева как раз. Также на открытой бы сыграли, и все, я бы на этот клан забил бы просто, все, не играл бы с ним.